Не понял. Да, у меня была такая реакция, когда я прочитала новое описание новой просто Лейлы. И, конечно, если я это сказала, то значит будет разоблачение. Итак, давайте вернемся к описанию просто Лейлы. Бросается в глаза то, что она дружит с Фиолетиком. Но на какой стадии она с тобой дружит? Мне никто не говорил, что ты дружишь с Фиолетиком. Теперь вернемся к ее старой стороне, где она устроила бунт против Фиолетика. Всем привет! Как вы знаете, у меня есть сестра-близнец. Она точь-в-точь такая же, как и я. И я заметила, что какая-то девочка под ником Фиолетик украла у нее оску. Но так как мы с ней одна капля воды, то она и у меня тоже украла оску. Это наглость. Сейчас я вам ее покажу. Девочка, как тебе не стыдно? Ты украла у нас оски, да еще и говоришь, что она твоя. Это нечестно. Придумай свое и... Потом уже... Дальше у меня вылезла функция «Отдалить экран». Ну, теперь, посмотрев это видео, мы проведем анализ крови. Же и та девочка свое видео удалила. Ну как, эта девочка говорила, что она ее сестра-близнец. Ну ладно. Ее стервозный голос. Точь-в-точь такая же, как и я. Простите, за это не сдержалась. Давайте посмотрим на даты этих двух роликов. Несмотря на то, что они все сделаны год назад, то мы можем увидеть, что видео УВУ сделано в октябре, а у Фиолетика аж в сентябре. Конечно, знаю, что просто Лейла изменилась, но мы же сейчас разоблачаем ее сторону в прошлом. Повторю слова Фиолетика. Как Фиолетик могла скопировать ОС, если у этих девочек двух вышли позднее видео, чем у Фиолетика? Больше мне нечего сказать про просто Лейлу. Вывод. Она реально изменилась, но... Все равно, по прошлой стороне у меня еще много вопросов. Если хотите вторую часть, то я выпущу. Только напишите про это. Ну а с вами была Вика Ютуб. Всем пока!